Парам-парам-пам, всем привет! Новые истории о похождении такого вот себе инженера в мире Osiris New Dawn. Вы давно просили, и вот они мы продолжаем. Давайте, о, да я даже на первом этаже был. Продолжим, так сказать, наши выбывания, выживания. Надо нам, что нам сделать? В прошлый раз мы с вами сходили вот туда далеко-далеко. Ой, я перегружен, кажись. А чем я перегружен, интересно? Инвентарик. Посмотрим, чем я перегружен. Я перегружен всякой химией. Как бы это ни звучало, я перегружен всякой химией. Ну тут бы ящик построить какой-нибудь не мешало для химии. Так, что надо забрать? Нет, через 27 минут. Как ушунки заберем. Хорошо, ладно, положим баки вот туда. И надо нам сходить опять в Майнбалдор. В Майнбалдор. Так, это пустой, это... Не пустой, это так пустой, не пустой, водичка наша забираем. Так, я перегружен теперь, нет, как посмотреть, ну почти не перегружен, но давайте мы все вот это вот сложим обратно на вот эти все ноги, не нужны, еда нужна, эти компоненты нам не нужны, еда оставляем еще раз опять же, это все... Убираем. Эй, все, закончилось? Вот так вот. Оказывается, да? Хорошо, а в столе? В столе у нас нет ничего. Так, слушайте, ну, блин, я не хочу обратно идти. А придется. Да, блин. Сейчас начнется опять. Дегазация, перегазация. Да нет, быстренько достаточно. Так, смотрим, что здесь из дырок осталось. Мне сейчас надо просто освободить максимум. Я хочу быстро бегать. Да, полотно мне не надо. Так, все. Газ. Да ладно, заберем один. Ну, пускай будет. Так, все. И... А что у нас, кстати, с патронами стоит? Машина? Ой, не туда посмотрел. Патроны. Два. Как-то маловастенько. Хотя, с другой стороны... Так, а где они там делались-то, патроны? Я уже и забыл. По-моему, они где-то... Где-то точно не здесь. Здесь нужен был пластик. Так, принтер. А ну-ка, расскажи мне, принтер. Да, вот. Что тебе надо? Золото и сталь. Золото и сталь. Так, ну сталь я где-то выложил, а вот по поводу золотишка, по поводу... даже золотишко есть. Ты смотри. А вот она сталь. Так, ну золотишко надо подплавить с легасика. Мне так кажется. Ага, их надо аж 5. Вот, блин. Вот, блин, зараза. Так, хорошо. А что тут можно золото расковырять? А ну... Не, ну это чисто металл. Стоп. Люди гибнут за металл. А ну? Эй! Кто? Ах ты, зараза! Не, ты нормальный? Бям! И жареный кусок мяса сразу. Вот так. Я не позволю. Магнезиум, айрон. Золотишка здесь не будет однозначно. Ладно, хорошо. Значит, выгружаем это все сюда. Здесь оно пусть там все создается. Так, здесь все создать. Сталь. О, даже глаз-контейнер можем создать. А давайте, они иногда нам очень полезны будут. Хотя мы вряд ли пойдем к лу... Хотя нет, там лужа рядом, недалеко. Ага, сейчас заберем. Все, это назад. Назад не получится. Нет, получится. Все, сколько мы весом? Мы, по-моему, легенькие получились. Ну нет, 60 килограмм. Так, хорошо. Майнбалдор, это вот туда. Вот мы там уже были, кстати, между прочим. Погнали. Опасайтесь больших червей.
Сейчас спускаемся вниз. И побежали. Не тупи. Бежим, бежим, бежим. Не останавливаемся. 140 метров. Перепрыгнули зачем-то, не знаю зачем, но перепрыгнули. Так, в Майнбалдуре вот этой вот в шахте опять могут быть эти всякие паразиты, поэтому надо будет пострелять, наверное. Тело капитана. Мы его как-то находили уже, если помните. Он там лежал в такой в полупещерке где-то посредине шахты. Ну и так, ныряем в шахту. Войти. Да, войти. Итак, в шахту мы вошли. Опять нет света, как обычно, да? Здесь ничего не работает. Давайте врубаем рубильник. А, не, вообще хуже стало. А, нет, загорелся свет. Как-то он не сразу. Так, достаем нашу пушку. А здесь ничего не будет. Здесь мы уже все обобрали. Все, что могли, все обобрали. Надо найти капитана. Find the commander in mine... Да ладно, 1935 метров, вы что, с ума сошли? Так, где фонарь мой? Нашлёмный фонарь. Нашлёпный фонарь. Там кто-то будет? Да, видите, вон они ожили. Опять. Бямс. Раз. Два. Три. Готово. Где еще? О, ай, зараза. Вот ты, блин. Опс. Вовремя, блин. Ну, я не я. Если бы я так не сделал. Бамс. Бамс. Все? Да. Кажись, все. Так, да, ну зато здесь теперь, видите, можно забрать алюминий. Это что у нас? А, это ничего, это просто так. Для проформы. Так, ну осталось у нас-то совсем ничего зарядов-то. Так, ну откроем. Я не помню, забирала в прошлый раз это или нет. Но вот это надо точно забрать. Вот вам золотишко, кстати. Которое нам понадобится. Ну. Похоже на то, что обновилось немножко. Что тут есть? Ничего тут нету. Он застрял, и я застрял. Ладно, пошли дальше. Нам еще будет где пострелять сейчас, по-любому. Так, а как тут сохраниться? Опять это не то. Я что-то... А, тут же сохранения нет. Тут как бы постоянное происшествие. Так, здесь что? Здесь ничего. Хорошо. Здесь чего? Здесь ничего. Так. А вот здесь сейчас будет что-то. Значит, вот там вот вдалеке... Так, вот этот командир у нас вот там вот, а там вот у нас, помните, было куча всяких гадов ползучих. Вон он, командир, лежит. Вот, нашли мы командира. И мы level up. Respawn position, так, unlock new mission. Power up, что-то там надо было запустить. А ну-ка, смотрим миссии. Power up the neck. The commander died. Attempting to power the network access. Computer neck. Power up and use the neck in Майнбалдур. Короче, надо запустить компьютер. И его использовать. Компьютер у нас... Где был? Я так понимаю, это был на выходе там. Хотя вопрос тогда, что командир делал здесь? Умер в попытке... О, водичка. Умер в попытке подключить... Ну, блин, нагружусь сейчас всяким. Лучше патронов дали.
Ну, я не этих имел в виду. Вообще непонятный respawn position. О, стоп, а это я тут... Это я удачно зашел. Чего вы трясетесь? Вы боитесь? Я вас не обижу. Я вас превращу в лучшее. Так, вон он, компьютер. Ага, нужна батарейка. А у меня есть... Эй. У меня есть батареечка. Access. Так. Unlock new mission. Unlock new mission. Player level up. Отлично. Я залевелапился. Access knock. Так, есть. Unlock. Find Magni. Who is Magni? Давайте читать. Find Magni. Baldur Narc Canto Link. Так, он не может залинковаться к коммуникационному, ну, к коммуникационной сети больше. Потому что security протокол как бы глушит, как Дими, ну, ощущает, скажем так, ощущает шахту как небезопасной. Так, вы должны найти way to mine Magni. That is a main arc. The computer is mine builders and mine. Magni can be found. Ага. Magni — это новая шахта. Вот. Это новая шахта, которую надо найти. Хорошо, мы отсюда вываливаем сейчас. Да, вываливаем. Так, выбрались наружу. Надо дойти до дома. Опять find. Майн Магни. А Майн Магни, смотрите, в 2 километрах. Вот в ту сторону, в сторону пустыни. Очень интересное себе кино получается. Я дальше сюда уже не доходил никогда. Поэтому я даже не знаю, что тут дальше будет. На самом-то деле. И для меня это уже секреты, которые я еще не исследовал. Там молнии всякие. Вот то похоже нам туда. Ну-ка, давай мы тебя потрусим немножко. Вот так и все, да? Стоп, а где мой дом? А мой дом, по-моему, вот. Стоп. А, да, мой дом вот там. Я что-то не туда побежал. Что мешается мне? Камень. Так, вон там. Нет, показалось. Я не по тому ущелью пошел, поэтому мне и не получилось. Так, find Magni. Вот этот... А, слушайте, может быть еще неплохо будет. Find Magni — это, наверное, вот там, где я вам говорил, помните? Там большая-большая стоит такая колонна. Вот, похоже, это там. Ну, в принципе, это недалеко, и это нормально. Так, какая зараза здесь у нас сейчас возле базы водится? Никакой, да? Хорошо. Чего? О, жрать захотели. Замечательно. Или нет? А, пить захотели. Не жрать, спить, извините. Хорошо, попьем. Давайте попьем. Ой, хорошо. Так, ну и давайте поедим немножко. Вот, и, ну, маловато, надо еще. Дринк. И покушать. Ну, чуть слабенько восстанавливаю. Так, это жареное alien meat. Это grilled alien meat. О, вот это нормально, мясо схапал. Так, бочек нашел много. И надо раз, два, три, четыре, пять. Пять банок воды. Даже больше. Сейчас посмотрим, 5 ли. 6. Так, у меня появились батареечки. Где-то тут должен быть мой дрончик. Я не знаю, где он. По-моему, Tab. Нет, не Tab, F3. Или C. Во, C. Out of power, 1. А где ты вообще есть? Как тебя найти? Out of power. Personal assist. Ага, 5 и latitude есть. Хорошо, будем искать. Знать бы только, где это. И карты что как таковой нету, есть только координаты. Так, прячься пока. Чё мне теперь-то надо, господи?
Сообразить бы. Ну, во-первых, давайте распределим статы. А, где мой тут инвентарь? 4 уровня я получил. Значит, скорость. Health 10. Strength, стамина. Давайте стамину вкинем. В скорость. И вот сюда. Так, инжиниринга 36. Это замечательно. Это значит... Инжиниринг 36. Я могу добраться до машинок наконец-то. А, у меня машинка уже есть. Так, 30 или ховеркрафт 25. А давайте-ка, наверное, построим ховеркрафт. The ховеркрафт. The one my vehicle that can travel quickly, land over many terrains. Так. Ага, а этот с пушкой... Нет, давайте вот этот. Вот мне что-то он больше нравится. Тем более вот это в космос потом. Хорошо, но для этого нам надо что сделать? Для этого нам надо построить Lab Construction. Хорошо, Lab Construction. Где она тут, Lab Construction? Что для нее надо? Лаборатория. Для нее надо 3 микросхемы. Литиум, голд, 20 голда. Фига себе. Стил есть, провода сделаем, алюминий не проблема. 20 голда. 5 литиума. Хорошо, circuit boards. Circuit boards. Проверяем, где-то они тут, по-моему, были. Circuit boards. Или нет? Нет, здесь только батарейки. А, не, стоять. А может, я их не умею еще просто делать? А ну-ка, скиллы. Да нет, они тут как отдельная штука не идут. А где они делаются, эти circuit boards? Сколько у меня осталось? 11. Нужно ли мне здесь что-нибудь? Это что у нас? Это газ-депорт. Кстати, можно построить газ-депорт тоже. И сливать в него все. Это что? Это indoor cooking. А это plumbing. Build a shower. О, прикольно. Душек это хорошо. Так, защиты у нас нифига никакой нету. Винтовок особо тоже никаких, кстати, между прочим. Надо будет... Комбат единица. Слабо. Так, надо будет развивать. Надо будет подраться с кем-нибудь. Где-то я тут строил. Подождите. Дай бог памяти. А где же я это все строил и плавил эти компоненты-то? Так, ну это все... Это все неинтересно. Workbench. Это вообще примитив. Здесь, понятно, тоже. Это плавильня небольшая. Вот можно мясо пожарить заодно. Так, давайте дождемся уже. Раз, два. И тут жарко, между прочим. И неплохо было бы сохраниться. Мы так сходили и не сохранились. Я об этом совсем забыл, между прочим. Опять же. Я-то спрашивал, где сохраниться. А сохраниться вот здесь, поспав. Вот, есть такое. Ай, давайте думать, где же еще у нас были инструменты, которые позволяют мне circuit board делать. Блин, это все не то. Может, я что-то не достроил, а? У меня такое ощущение, что я чего-то не достроил. Так, хорошо, где постройки? Идите сюда. Постройки, это все кастомно, это неинтересно. Значит, Kitchen Advanced Chemical Table, Advanced Fabricator, Fabricator. Утилиты, значит, что у нас здесь? Есть Repair Table, Chemical Construction, принтер мы построили с вами. Дальше идет защита. Liquid танки, кстати, Copper Iron. Liquid танк. О, Liquid танк это полезно. Это можно воды нагонять будет. И потом не бегать. Надо будет этим заняться, кстати. А, печка есть, workbench есть. Repair table. Это для починить. Вот это важно. Rubber и glass. Rubber и glass. О, дождик идет. Rubber. Куда я скинул rubber? Это резина. Резина и глаз. Глаз. Здесь резины нету. Значит, я ее скинул где-то
в общий котел. Так, золотишко здесь есть? Есть. Нет, стоп, это не золотишко. Хм, а что я набрал тогда? Это было что-то другое. Ладно. Хорошо. Тогда получается, что я все скинул. Я все скинул в хате. Ладно. Побежали обратно. Мытарство туда-сюда-сюда-туда. Никакого порядка. Ну, мы же колонисты, ё-моё. Так. Вот это, кстати, надо выгрузить. Стоп. А где я? Я что-то и здесь резины не вижу. Нет, я же круто выгрузил. Водичку, кстати, заберем. Может понадобится. Хм. А это интересно. Где моя резина? Так, больше же здесь некуда складывать. Или есть куда? А ну, подними меня наверх. Здесь я ничего не добавлял еще. У меня здесь еще не достроено, между прочим. Так, про между прочим. А куда же я мог ее высыпать? Она была однозначно. Еще раз внимательненько смотрим. Нет резины. Надо делать. Хорошо, пошли в химический завод. Резина. Для резины нам надо что? Карбон, гидроген, хлорин. Карбон, гидроген, хлорин. Карбон. Ну, карбон точно был. Знать бы, как выглядит. Гидроген есть, хлорин есть. Карбон. Карбон я только что плавил, по-моему. Коппер. Карбон, да. Значит, давайте заберем магний. Вот, и карбон. Все, карбон он еще два в процессе. Раз. Ну давай быстрей. Два. Хорошо. Бегим назад. В смысле, они же бежим. Резина. Чего не хватает на пластике? Не хватает гидрогена. Почему пятерки не хватает? Странно. Куда он делся? Так, хорошо. Удивительное кино, конечно, но, блин. Ладно, так, где билд, крафт, крафт, билд? Чего тебе еще не хватает? Ага, стекла. Стекло я слил. Куда оно все делось? Я ж перед выходом все это слил. Сюда. И оно нормально вообще, а? Ладно, забубеним сейчас стекло сами. Где оно тут? Не забубеним, песка нету. Ох ты, господи. Ну, песок вообще не проблема. Сейчас наковыряем. Раз, два. Это вообще быстро делается. Если есть лопата, песок копается моментально. Так, сейчас окажется, что их надо было две. Не, нормально. Так, репер я поставлю. Куда бы тебя поставить-то, а? Ну, давайте здесь поставим. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бадам. И надо починить теперь вот эту штуковину мою. Вот эту починить. Тебе надо айрон. Вообще не проблема. Ага, тебе надо несколько айронов. Во, это классно. Тогда можно сейчас все починить. Супер. Вот это мне нравится. Лопату починить обязательно. А то ж песок у нас просто каменный. Так, замечательно. С этим разобрались. Вот это тоже можно. Ага, тебе нужен айрон, который у меня закончился. Здесь нужен алюминиум на молоточек. Ну, хорошо. Ну и хорошо. Отверточка лежит. Так, хорошо. Значит, это я построил. Где взять эти микрокомпоненты? Мне все-таки очень удивительно. Неужели их можно только внутри строить? Химическая станция есть. Space Derby's Chest есть.
Депозиторий есть. Климат-контрол, цюнито, оксигенератор, компьютер-деск, шауэр, смарт-бин, бин. Ну вот я единственное могу сказать, что фабрикатор, возможно, будет, который внутри. Надо будет построить. Фабрикатор, хорошо. А для фабрикатора чего мне не хватает? Мне не хватает больших панелей. 8, 18 и 14 сверху. Господи, много. Много на science. Так. The biome will improve the profit. Так. Craft item and work in the biome. Работайте в биомах. Так, каждый... Да, понятно. Ну, это все понятно. Каждый уровень, это мы так знаем. Хорошо, что делать? Тогда мне нужны патроны. Раз такое дело, мне нужны патроны. Для работы мозга нам нужны патроны. Для патронов нам нужен голд. Голд и стил и батарейки. У нас батареек 9 штук, а для батареек надо голд и литиум и марганец. Кто меня тут стреляет? А, понятно. Бабах идет. Так, марганец... Марганец, марганец. Марганец, ладно. И литиум, где бы вас найти это все? Gold ingots. А, так есть у меня gold. Че я голову морочу? Литиум. О, 3 штуки всего. Это плеха. Так, вот надо выгрузить вот это вот. Или не выгружать. 93, 99. Вот это можно выгрузить. Не, квадрат оставлю. Если что, я его добью. Нет, я принесу новый. Ну что я вот это мелочусь как? Камень нафиг. И вообще, мне надо найти моего дрона. И загрузить в него все. Если не все, то многое. Потому что он грузоподъемный, что капец. Так, раз, два, три... 4, 5. Ну, 5 нормально. Для старта покатит. О! Комбат поинт получили, понятно? За изготовление комбат штук мы получаем комбо поинты. Во как. А что мы такого сайенс можем изучить? О, батарейки, я знаю. Литиум 5 штук аж надо. Ты с ума сошел. Где мне его столько взять? Я здесь еще не видел ни одной литиумной пока этой плантации, скажем так. Мясо оставим. Это за водичкой пойдем сейчас. Это все выбрось. Soil. Это soil. Это нельзя. Это важно. Что можно выбросить? Краб ай. Можно его выбросить, как вы думаете? Блин. Вот что бы такого выбросить, чего мне не нужно. И камни 12. Давайте забор построим из камней. Где тут F3? Башенгрок, structure, utility. Во. Ну, а сейчас мы тут. Построим забор. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Есть такое. Еще забор. Ага, а еще забор не получится. Хорошо. Тогда придется все равно домой идти. В любом случае, сохраниться перед походом, да и как бы дело к ночи. Нехорошо в поход идти ночью. Как вы все это понимаете. Так, все. Вот кобальт. Это ж кобальт был. Да, кобальт. Так, вот кокошенцы. Можно их в сойл переделать будет. Но нам пока не во что высаживать это все. Картофан, морковка, яблоки, местная хавка. Это все. Пускай сюда идет пока. Оно мне точно не нужно. Тут 50. Это мы залепим, если вдруг что. Батарейки 4 штуки есть. Ну, окей. Science пока 5, а надо 8. Хорошо.
спим. Спим. И да, дело к вечеру. Плохо. Ладно. Я думаю, вот утром встретиться уже или пока остановиться. Я думаю, я сейчас остановлюсь. Вот. А утром мы продолжим со следующей серии. Пусть серия будет немножко небольшая. Вот, очистим территорию. И мы пойдем вот туда, где пик. Вот сейчас мы станем так красиво. Вон, вот, майн магний. Видите, вот это там вот. Я там никогда не... Ой, гляньте, спутник застрял прямо в деревьях. Прикольно. Как интересно, такое дерево выдержало после такого удара с неба. Ну да ладно. И будем потихоньку целить к другой планете. Не знаю, я хочу вылететь в космос. Но хотя бы сначала построить этот ховеркрафт и лабораторию. А там видно будет. Всем пока, с вами был Game Dragon. Увидимся. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать свои комментарии. Пока-пока.